Точка номер 9. Ну, я думаю, что Элька заедет. Тут по бетонной плите вот этой подъехать. И все готово. Опа, там кто-то тонет реально в воде. А там вдалеке кто-то уже по метр в воде сидит. Е-мое, не видно. Это просто перепад высот. Оказалось, что они там фиг знает на какой глубине сидят. И выезжает, я так понимаю. Что такое Ростерье? Это я. Номер 10. Ну, как-то так вот надо подъехать. Раскорячиться. Сфоткались. Теперь туда. Точка номер 6. Вы без навигации нашли ее уже. Это так. Руки длинные. О, есть! Точка номер 8 прямо на асфальте намалевана. Хочешь оттуда подъезжай, хоть отсюда по асфальту. Сейчас мы его знаем. Было тут амбери. А там еще что-то есть? Да. На этом щите, да? А что тут на щите? А, ну да, вот номер. Вот она здесь. Номер 7 тоже. Все возьмут. Ну, как-то вот так подъехать. Номер 6 не поверит. Как-то так. Да. Нитка спускается. Ну, рыба плавает. Давай, спускай. Легко лезет мимо. Ну, вот так вот. Точка вот там вот зайти туда надо. Подъехать немного. Самое сложное это будет сейчас отсюда просто выехать. Вот так. Вот здесь выезжать пытаться. Ай-яй-яй, левое колесо. Не, лучше подровнять, может. Правее как-то взять. Перестав. Там, смотри, правый трап. Что, сейчас не упал. Стой. Чуть вперед, бо трап поднялся, и ты стоишь колесом на трапе. Тут-то вот скользко. Мокрые колеса. Вон, она. Есть. Номер 6 вот там вот на углу, ну. Иди-то там в Лёхово СОПД вывод. Что-то тут крик стоит такой. Ниссан первый раз вижу сегодня. Ниссана передок не работает чего-то. Ну красивый Ниссан. М57 мотор. А ну еще раз. Не работает. Задок работает. Передок не работает, не буксует. Ага. Вы решили по-жесткому. Вот эти кущины закурвать. Заехали оттуда. А как вы выезжать будете? Задом? Бери оттой дючок. Оцей. Перед. Ну, не знаю, своим ходом как там. Ну,
назад и туда вправо. А, вы по ручью пойдете, да? Да. Вот это дело. Раз назад, побольше. Дальше. Я уравняю. Раз и назад максимум. Давай, газ. Опа! Хорош! Браво! Ничего себе! Браво, не спеши, потихоньку. Потихоньку вперед. Правий пішов, потихоньку. Не вивертай сильно, поламай. А? Не сильно, чуть вліво дай. Отак, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 разом. Давай, 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 давай. Давай, давай, хорош. Хорош. Лево і назад. Тільки не сильно. Оп. Хорош, 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 багато. Так он развернулся на месте, все нормально. А теперь дай газ и пошел прямо вот так. Пошел по канаре, пошел, пошел, пошел. Отлично. Пошел. Красава. Залебедили? Дерево, сейчас будет соприкосновение с деревом. Мимо выехало. Тут еще УАЗик заехал. Ну, как-то, не знаю, вот тут точка вот не видно, но она вот там, вот на этой бетонной штуке. Как туда добраться? Как-то так, надо лечь. О, а дверь заднюю не открыли или нормально? 14 видно? 14 видно, да. Отлично. Телефон можно. Так как-то, не знаю, здесь получится выехать или нет. Они так уперлись мордой. Мотор М57 BMW-шный здесь. Так что это не просто УАЗик. Такой же, как и на том Ниссане. В общем, УАЗик там будет долго, а Нивка еще одну точку здесь, оказывается, есть. Так Элька возьмет ее спокойно. Так, а может позвонить им, или их связь есть с ними? Точка 4. Миксик тоже берет. Все. Кто-то туда. А, все? Да ё-моё. Я думал, вы туда в воду поедете сейчас. Тоже подъедете сюда, я думаю. Не знаю, какой номер, но я думаю, вы проедете, заедете сюда. А там подъедут. Справа. Вот так, давай, давай. Все, хорош, хорош. Все, 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 все. Вторая точка интересна. Вот, сейчас покажу. Ай, тут такой скользкий. Ой, 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 ой. И где-то вот она, да. Надо сюда. Сейчас L200 попробует там подъехать. Там такая проблема будет с фотографированием. Надо где-то сверху сфотографироваться. Ну да, надо брать вот такой вот выворот и как-то прямо вот сюда вот заезжать. Сейчас посмотрим, получится, не получится. Давай, давай, давай. Стоп, 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 стоп. Назад влево. Лево полный. Ну, в сторону. А ну. Давай, спустим медленнее. Идете на победу. Раз, два, два, два. Все, 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 все. Хорош. Вау. Отступай отсюда. Да, ты... А кому-то надо фоткать вот оттуда сверху. Ой, надо было выровняться. Не, не дотянется. Да не дотянется, там очень далеко. Да не, 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 не. Только аж не в бетоне осталось. Скорячилась Элька. Только обратно будет съезжать, в воду не съесть. Там куда надо? Куда чи куда? По-моему, туда, наверное, не? Там туда, наверное. Туда, туда. Аккуратно. Да, потихоньку. Пускай, сторону сюда. Потихоньку. Она сама сидит, без повязания. А, подожди, сейчас одна то... А, надо сверху брать. Давай, спускайся. Влево, влево. Все, прикрывай. Понуси. Давай.
Ну и нитка сюда еще. А, тихо. А кто? Так вам нужен третий вообще-то. Передача остановка. А она будет стоять? Я посмотрим, есть ли тормоза у вас. Только если она покатится назад, ты ее не остановишь только в воде. А, стоп, блин, она... Подложи камень, а то она потихоньку спускается. Ай! Блин, а она катится потихоньку. Еще одна точка, ну такая вот, подъехать, и там она вот на бетоне, в принципе, тоже легенькая. Ну вот так вот где-то подъехать, там просто дотронуться до нее. Ну вот так вот, и в принципе, это все. Едем дальше. Где-то точка номер 16. Ну надо где-то... А, вон она. Нормально, взяли. Отлично. 16-е взлета. И выезжаем. И туда нам, туда. Туда, налево. Есть. Элька, и вот на том дереве точка номер 20. Причем это даже типа считается сложной точкой. Типа максимальное количество баллов за нее дают. Ну, что-то сложного не знаю. А кто-то еще гудит где-то рядом. А, вон, вот там внизу, ну... А, можно, да, поехать потом дальше туда, наверное. Дальше выезжать не надо, надо вот сюда, там три точки еще где-то, вон там нитка стоит. Элька едет. Точка 17 в бетонном блоке. И причем там еще две, по-моему, тоже вот в этих бетонных блоках, вон они все, раз или два. 18, о, тут уже поглубже, зафигачили точку, и тут еще глубже, наверное, будет, да? И 19, хотя, все три точки типа разной бальности, но разница особая, но вот эти две посложнее, чем там. Здесь тоже подъехали, джимник подъехал тоже. Единственное, что надо теперь залезть поглубже в этот бетонный. Проблема сфоткаться, тебе надо залезть. О! Ну подожди. Пятерочка. Чтоб твои руки не перекрывало дерево надо. Закрываешь свои руки. Пятерочка надо. Как-то так. Можно еще двери вот тут? Здесь джимник пытается тоже сфоткаться. Какие-то пол делай, еще бы правильно сфотографироваться, чтобы все было видно. Ну, ой, стой, дверь у тебя уехала. Чтобы было видно цифра, номер, перекрытие не было рук. Точка номер 18. Вот такая простая точка, туристическая, вот с дороги просто съехать. Ну, пару вот этих бугров переехать, а там все время прямо. И на дереве там номер 21. Все, стой, наверное. Вот так, наверное, нормально. Номер 20. Выезжаем, едем. Дальше. Это жестко пошло для нашей Эльки. Ну, тут две точки. Одну вроде бы нам не взять, говорят, сильно сложная. А вторую сейчас поищем. Едем, за мной. 22, но, наверное, все-таки нет, да? Тогда едем дальше на следующую точку. Это... Пробуем нас... Так нет, тут просто песок сейчас. Не, в руль другую. Ты куда? Берем сюда? Хотя бы нос. А посмотри, что там сзади справа. Там ямы никакой нету у ней. Чтоб сейчас никуда не въехать. Ну, я, как честно говоря, думаю, что мы сюда не заедем. Ну, хотят попробовать. Пусть попробуют.
Застрять мы тут не застрянем, я думаю, на подъеме. Просто туда не заедем. Давай руль максимум влево, да. Ну и пониженная, мы все время на пониженной. Отходи, отходи, она может сейчас. А не, это, наверное, все. А так не дотянешься? Да нет, давай, наверное, едем дальше, бо это ни кино не будет. Да не. Короче, пока мы отошли, она газ полой залетела. Держи на тормозах машина. Я... Да, держи на тормозах. Капец, как она сюда заехала. А нам сказали, что эту точку туристы не возьмут. Кто сказал? Да, вот так нормально едем, едем, едем. Нормально, да, 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 да. Да, там еще много сзади места. Да, 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 ямы там далеко. Так и едь, 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 едь. Еще можно, еще можно. Ну, не знаю, долго думали, решили рискнуть. Спуститься, спустимся. Точка красная, типа 50 баллов за нее максимум. Будем смотреть, как потом поднимемся. Вон Элька. В принципе, если она на предыдущую точку взяла, залетела, тут грунт более твердый. Можно сразу и вправо, чтобы задом туда подъезжать. Давай сразу туда. Еще много. Давай, 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 давай. Там вперед ничего, там просто кусты, там ничего нету. Вот, теперь назад и руль влево. Или да. Ой, заглохло. Подъехали. Ну, самое интересное будет сейчас на выезде. Это так. Да дальше отойди, наверное, будет видно, нет? О, ладно, сейчас посмотрим, как будем выезжать. Теперь выезжаем, ну, сейчас, сейчас выровняется. Ё-моё! Ну давай назад потихоньку. Не, давай на... Отойди, отойди. Ну, та... а, что такое? Чуть не хватило или она выехала? Вы... Она выехала. Ну, Татьяна молодец. Куда нам на Мицике осталось взять вот эту последнюю точку, вот Нива берет, потому что, ну, те грязевые, естественно, не возьмем. Ну и все. Нивка отъезжает. Еще одна точка вот здесь. Вот что-то все утром мы брали вот там снизу, а тут можно было с дороги заехать, оказывается. Поэтому мы и не брали утром. И, типа, казалось сложно. А на самом деле вот. Ну, наверное, закончили. Да, с нами остались грязевые точки. Ну, не взять Элька их, к сожалению, туристической. Так, что тут происходит? Нива! Я был за столом. Сейчас УАЗик сюда поедет. УАЗик? Уже финишир. То, что ты говорил, мы не возьмем подъем, взяли. Больше газу и взяли. Там все три точки взяли. Вот я вот последний. Все три точки взяли. Я думаю, если бы грязь поехали. Если бы грязь поехали, наверное, что-то и в грязи можно было взять. Нет? Давай, давай, давай.
Давай, смело! Да, там, наверное, ступенька будет большая. А, нет. Давай, давай, нормально. Право, право, право! Ему и назад вот это надо. Нахер не надо. Вот теперь выезд. Назад и вперед пошел. Вот, хорош! Подожди! Да, да. Одного хватит ему выскочить. Берем метр! Стой! Стоп! Лицо! Да, стой, стой. Выхватай. Нет. Да ну, так, чтоб не сломал что-то еще. Ай, стой, да. А, нет. Да? Ну ладно. Еще завтра ездить, чтобы не сломать ничего. Так еще завтра ездить, чтобы машину не убил. О, это когда Нива я не видел, сегодня я точно делаю вот это. 12 номер. Есть. Да нет, там упрется стой, бампером. Стой, стой. Нет, стой, там бампером упрется в бетон же. Явно. Может на ту сторону ему выехать, нет? Какая-то по колеи пробует. Не, ну это а что нет, там выезжали сегодня. Там вот, там... Да не, ну, лучше так не сделать, бо он завтра участвовать не будет. Здесь стоит, здесь Нивка заезжает. Кстати, это тот спецучасток, где надо было ехать по воде некоторые, но можно было вот так спуститься, но... Типа не доезжая до воды, невозможно его взять. Вот сейчас посмотрим. Тех, кого я видел, они заезжали в воду с той стороны. Всем передай! Хорош! Хорош! Все предыдущие заезжали оттуда снизу, сколько я видел. Боялись так заезжать. Держи тормоза, бля. Потому что вот там вот... Сейчас обойдем. Оп. Вот, точка номер 5. Да, и нафига там УАЗик тут долго так сидел. Заезжал отсюда сюда. Хотя можно было вот так заехать, получается. Если дотянется. До колеса дотрагиваться можно. Нет, так не достанет точно. Далековато. Но это туристы. Кстати, Элька здесь не взяла точку. Не, ниже надо. Еще ниже руку надо. Вот, ну вот так, да, там меньше 2 сантиметров. Говорили, 2 сантиметра надо. Не, надо сюда и на сторону. Так. Вот он так стоит. Поровнее будет. Понял? Выехали, отлично. И на передней. Сантраки пластиковые, был бы металл. Металл все-таки получше. Назад, не, назад, назад. Он вообще не попадает в них. На них попадет. Браво! Не, так машину сломает.
А теперь газу, наверное. Нет, создай! Ну подошли, как же высот, прошу раз начал трезвый. Ошиблись. А я не знаю, сантрак так криво лежит, этот правый. Нет? А да, у всего левого, наверное, лучше до стены. До стены. У всего левого до стены. Да. Попадай, куда? Стоп, стой, стой! Левый не... Левое колесо не попадает. Левое, левое. Четко свалил. Да, джимник стоял, только что тут красный. Все, ебашим нахуй на финиш. Паги заехала, ну заехала сейчас. Посмотрим, как будет выезжать. Тут проблемы с выездом у всех. Опа, опа. Гранд Чероки Бизон выезжает, точнее заезжает. Зверюги. Ну, Гранд Чероки так не получится. К сожалению. Отойди. Ай, ну это фаркоп. Езжает на ту сторону. Ё-моё, расцарапал Бизон. Гранд Чероки. Не было этих царапин, по-моему. Это свежие сегодня. Ну, иначе на тумбочку не попадешь. Даже у туристов. Если будешь беречь краску на машине. Ай. Не, да, да, ну, не, сейчас что-то сломает. Давай, нет. Больше хода надо, наверное. Ай. Пока Бизон, посмотрим эту Ниву, тем более я ее первый раз вижу, честно говоря. О, блин, пока я смотрел на этих, Бизон сюда выехал, вообще легко. Фиг его знает, за вот эти вот всякие конструкции, наверное, лебедица нельзя, за столбы и все остальное. Короче, решили правильно перелебедиться за кусты, потому что за мосты... Мосты и столбы, это нельзя лебедиться. Сломают мост, грубо говоря. Так, Нивка залебедилась для подстраховки. Опа. Прикольно номер 13. Но номер на машину не поклеили, просто его там ставят в нужное место. И все. Финиш. На всякий случай руку ближе к цифре 5. Да. Бо она далеко от цифры, да. Ну как-то так, да. Так, они взяли, но я не знаю, вот это номер в руках носить. Насколько это правильно. Я хз. Nissan с М57 мотором BMW. Точка номер 2 вот там. Там надо сверху фоткать. Третьего человека, походу, вам. Да нет, хватит, стоп. А будет машина держать? Или мне сфоткать? А может, Ну машина будет стоять? Подожди, тут камни, если что, вот камни валяются, ну под колеса. Да, тут такое стрёмное, еще надо либо третьего человека, либо камни под колеса подкладывать. По-другому никак. А, так а номер ваш 25-й еще был виден. Ну да, выдержи. И так, Вань, что ты тут выжил? Как услышим, уже поднимается. Да, плохо, что на Раптор не клеится. Приходится клеить на стекло им. Сейчас